строительство нового кадетского корпуса в Чебоксарах на финишной прямой. Стройка находится на личном контроле главы республики. Тем временем родители оценили возможности новой школы. И вместе с ними наша съемочная группа. Кадетский корпус вырос прямо на глазах. Всего почти за год строители в кратчайшие сроки возвели целый образовательный комплекс. Эта неделя должна стать самой напряженной и ответственной. Работы выполнены на 90%. Стройки ведутся ударными темпами в 2-3 смены. 100% готовность у спального корпуса, который рассчитан на 250 мест. Там уже установили мебель. Кадеты здесь будут не просто учиться, но и жить. Замечательно постарались все. Кадетский корпус очень красивый. Красивый, великолепный, большой, светлый. Нам очень понравилось всем родителям. Будем надеяться, что оно будет способствовать и внедрять в наших детей очень много положительных, скажем так, качеств. Впечатлений, конечно, даже неописуемо. Я даже не ожидала, что такого масштаба будет наша школа, наш новый корпус. У меня ребенок пойдет 8 А-класс. Он уже проучился 3 года в старой школе, но он даже не представляет, куда он попадет. Эта школа на самом деле республиканского уровня. Все школы остальные обзавидуются. Это будет 6-е по счету подобное учебное заведение в Поволжье. Такие же корпуса уже работают в Башкирии, Татарстане, Удмуртии, Пермском крае и Нижегородской области. Многие родители мечтают, чтобы их дети учились именно здесь. Раньше моя дочка училась в Маргаушской средней образовательной школе в кадетском классе с 5 по 9 класс. Вот когда мы узнали, кадетскую школу в Чебоксарах строится, поставила цель, наверное, я пойду 10-11 класс в кадетскую школу. Ей хотелось более свои преимущества показать больше, чем у нас, как в Маргаушке школе, только класс, а тут преимущества больше. И стадион, и проживание, и кружковые секции. Я надеюсь, знаний здесь больше получит она. Новый кадетский корпус станет гордостью столицы Чувашии. Здесь будет построен и крытый ледовый поток. Его ведут в эксплуатацию на год позже. Откроют и современный парк. В его строительство вложено 75 миллионов рублей. Учиться здесь будут, начиная с 5 класса. Каждый день начинаем утро, как говорится, с этого объекта и видим, как на глазах здесь все происходит. Сейчас я еще раз говорю, я думаю, что к концу недели уже и благоустройство практически будет завершено. Будут созданы все условия детям для того, чтобы действительно развивалась гармонично развитая личность, интеллектуальная личность, творческая личность. И самое главное, что все-таки ту задачу, которую мы перед собой ставим, что будущие защитники Отечества должны учиться именно в таком кадетском корпусе с такими условиями. Уже 1 сентября будущие офицеры наденут мундиры и пополнят ряды кадетского движения. Рифат Фаткуллин, Татьяна Раевская, Борис Андреев, Республика.